Всем привет! В этом видео как определить советские часы Янтарь вот такого плана стоимостью 2000 гривен. Да, друзья, вы не ослышались. Есть коллекционеры, которые готовы платить. Но есть очень важный нюанс, о котором мало кто знает. Но после просмотра этого ролика вы теперь будете точно уже знать. Итак, объясню вам на примере вот этих часов в классном состоянии. Вы видите на циферблате два отверстия заводных под ключ. На модели стоимостью 2000 гривен будет три отверстия под ключ. Вот те более ценные. Они редкие, их мало осталось, потому что многие повыбрасывали, там на дрова там распиляли деревянные корпуса, в общем и так далее. Они сгнили, пропали. Теперь вы знаете, три отверстия под ключ. То есть должно быть еще плюс одно. Это называется часы с четвертным боем. Ищите их, давайте объявления, на барахолках мониторьте. Цены на них доходят до 2000 гривен. Вот если на примере этих часов в шикарнейшем просто состоянии, то вы сможете их продать за 2000 гривен. Если в таком состоянии, приблизительно около 1500 гривен, я думаю, вам смогут предложить коллекционеры. Поэтому это очень сочный вариант. У меня их было за всю мою историю несколько штук, только представьте. Вот таких коробок было валом. И сейчас я разгребаю завалы на балконе, поэтому будет появляться много еще чего. Вещей, которые я покупал, закинул до лучших времен. Лайк, подписка, комментарий, бьем в колокол и до новых встреч!